Всем привет, мои дорогие! Я сегодня была в лесу, принесла с собой сосновую ветку, и у меня хорошее настроение, такая прогулка была приятная. Я решила, вы знаете, так экспромтом собрать ароматы, которыми я пользуюсь сейчас, и показать вам, потому что я еще не снимала видео о зимних ароматах, потому что у нас, вы знаете, сейчас такая погода, я не могу назвать ее зимней, просто постоянно дождь, какая-то такая слякоть, но, вы знаете, совершенно не зима. А мне и в моем последнем видео в комментариях мне писали: такая классная погода, заснеженная, холодная. И у меня, знаете, такое создалось настроение именно зимнее. Я думаю, сейчас я сниму видео именно о зимних ароматах. И давайте приступим. Это будут такие ароматы, вот вы знаете, у меня тянется к ним рука сейчас. Именно сейчас, вот на протяжении, может быть, последнего месяца, может быть, последних полтора месяца. Я как-то планирую еще ими ближайшие, да, пару месяцев, может быть, пользоваться. Давайте сразу приступим. Смотрите, первый аромат – это Роуз Шери Герлен. Вы знаете, что этот аромат, он новый. Вы уже видите в новом флакончике, в новом дизайне флакончика. И он выпущен, по-моему, в 2021 году. Да, парфюм 2021 года. Парфюмер Дельфин Йелк, Желк, кто как произносит ее имя. Он, естественно, о розе, он называется Роуз Шери. Он о розе и фиалке и мускусе. По-моему, гелиотроп чуть-чуть добавлен здесь. Какая же это прелесть. Он настолько... Сейчас его обновим с вами. Он настолько кокетливый. Знаете, такой в приятном смысле кокетливый аромат. Кокетливый, очень девический, легчайший, может быть, слегка мармеладный, но не заслащенный. Многим он напоминает такое вишнево-малиновое, может быть, компот или варенье, или десерт. Для меня в нем гурманского направления я не чувствую в нем слишком много фруктов. Есть такая легкая фруктовость, вот действительно, может быть, малиново-вишневая. Ну просто и белый мускус добавлен, очень красивый, да, здесь белый мускус. Мне нравится такое чистое у него звучание. Он очень добрый по настроению, добрый такой, немножечко флирта в нем все-таки присутствует, кокетство, девический. В нем даже очень приятно засыпать. То есть он и куда-то вас на подвиги, да, может смотивировать, то есть куда-то пойти с подружками, может быть, даже на свидание. Мне кажется, он приятный очень. Такой, в нем хочется как-то разговаривать, приятные беседы вести, может быть, даже потанцевать слегка, такой для общения. И вообще он, многие, да, говорят, что он похож на парфюм French Kiss, который был раньше, да, в Guerlain, в линейке отдельной, в которой был Gourmand Coquin и Bois Turit, и какой у нас там еще парфюм, сейчас я вспомню, Bois Oriental. Подождите, нет, Ориенталь Брулан, да, вот из той линейки. И вот именно что с French Kiss, они, многие говорят, что он похож. Вы знаете, как он похож? Я сейчас вам скажу. French Kiss, он более ягодный, да, в нем больше чувствуется вишневости, он более такой выраженный, да, а этот более размытый, как бы на полутонах. Ну, просто чудесный, он такой добрый, вы знаете, добрый, любящий аромат. То есть в нем нет даже никакой стервозности. Я вам сказала, что есть кокетство, да, флирт, но нет стервозности совершенно. Просто вот очень приятнейшая такая нежная розочка, может быть, фиалковая розочка. Нет слишком сильной, да, запудренности, пудровости, нет запудренности никакой. Ой, ну просто идеально, как будто, может быть, вы знаете, какое присутствует ощущение? Вы знаете, конфетки вот эти мармеладные Харибо. Вот как будто, может быть, слегка есть ощущение, когда вы надкусываете эту конфетку. Ну, может быть, мармеладку представьте, да? Вот вы надкусываете, вот это ощущение, может быть, желейности слегка появляется. Просто чудеснейшая такая приятная композиция свежей розовой розочки, около которой растут фиалки, да? Чудеснейшая композиция и очень современно звучит. Вы знаете, вот это такое направление с фиалкой, да, оно может иногда нас уводить в ретро, но здесь совершенно нет никакой ретровости. Очень легкий, применимый на каждый день аромат. Чудесный, поэтому я его приобрела в большом флаконе. И стойкость, кстати, у него, заметьте, очень приятная. Так, давайте с вами посмотрим, что у нас еще есть. Если я уже начала с розы,
Да, давайте посмотрим, что у нас еще есть с розой. Так, смотрите, это вот уже совершенно другая роза. Это Rose Berbrancel Lancôme. Парфюмер здесь Julian Lacquinet. Что я вам могу сказать? Этот аромат мне, когда я всю линейку Maison Lancôme тестила в магазинах, мне почему-то она не привлек, меня не привлекал этот аромат. Я с ним познакомилась только вот в прошедшем году, и даже сразу, когда я его получила, мне как-то, думаю, да, хорошая роза, но не так, чтобы. Потом я начала ее разнашивать, и когда случилась любовь, это яркая, насыщенная, гурманская роза, гурманская, здесь добавлены фисташки, ром, такая, может быть, утопленная в роме роза, но нет за сахарности, нет ощущения варенья, да, вот такого, знаете, как будто лепестки роз не покрыты такой сахарной пудр, сахарной, может быть, засахаренной, да, такой корочкой, нет. Очень приятный, по-моему, фисташки также добавлены. В каком же я видео, у кого-то я видела, по-моему, Катя из Англии, как ее канал называется, Fragrant Cat, по-моему, да, у нее есть обзор вот на эти ароматы, я помню, давно смотрела, и она же сказала, что ей сложно принять этот аромат, потому что он ей напоминает кульфи, да, вот индийское мороженое, и также это кульфи еще есть нота в Tom Ford Noir Parfum. Мне на удивление, вот вы знаете, она приятна. Хотя сразу, когда я наносила, я как-то его вообще забраковала. Но вот сейчас он мне помогает, вы знаете, жить. Он мне помогает реально чувствовать радость жизни. Это вот, знаете, такой парфюм очень позитивный, сладкий, да, сладкий, яркий, такой жизнеутверждающий очень. Просто вот обожаю его жизнеутверждающее действие, да, на мои нервы. Красивые. Бывает, когда говорят, аромат красивый. Вот он красивый. Также я люблю и Parfait de Rose, но они несколько такие о разном. Здесь все-таки, может быть, сама вот эта такая гурманская, терпкая нотка, может быть, фисташек или даже фундука, я не знаю чего. Вот этих вот орешков и рома, они добавляют больше терпкости. Ну, просто обожаю этот аромат. Он такой яркий, вы знаете, какой-то полный. Вот захватывающий сразу. Вот у этого парфюмера Julian Lacquinet, который, кстати, также создал Фредерик Маль Зе Мун, также несколько ароматов из Наоми Гудсер. Вы знаете, вот у него есть такая черта в его ароматах, они очень такие яркие, заявляющие о себе напрямую, да, вот, то есть не скрывая никаких полутонов, они действительно такими яркими мазками как бы выполнены, да, если мы перенесем с вами в живопись. Например, как Доминик Рупьон, да, вот мне кажется, у него немножечко стиль у Julian Lacquinet схож с Домиником Рупьоном. Такие они яркие, да, ароматы, но у Жульяна у него есть какая-то всегда изюминка, да, такое немножечко что-то современное добавлено. Вот так. А так, по большому счету, мне нравился всегда и Доминик Рупьон, и его работа, да, и Julian Lacquinet, Rose Berbrancel, отличный аромат. Вот сейчас у меня заряжает, понимаете, сил. Вот смотрите, сколько я уже использовала. Хотя у меня не очень давно появился. Вот так вот. Я его просто сейчас не выпускаю из своих лапок. Так, что у нас по розочкам? Розочки, по-моему, все. Да, вот эти вот у меня две розы сейчас в использовании. Давайте сразу перейдем с вами к тем ароматам. Как я вам сказала, я их не выпускаю из лапок. Смотрите, что у меня есть. Это Amouage Epic, именно Men, да? Именно мужской. Здесь парфюмер Randa Hamami. Парфюмер, который создала мой любимый парфюм Cruel Gardenia из бутиковой линейки L'Art et la Matière Guerlain. В том аромате, в жестокой гордении, там есть ощущение чистоты, такой пудровости, кремовости даже, я бы сказала. Больше кремовости, чем пудровости. Такого чистого, вымытого женского тела. И вы знаете, вот на первый взгляд кажется такой, здесь и уд заявлен, и ладан, и чего здесь только нет, вот, да, разные специи. Но для меня вот этот эпик, он настолько умиротворяющий аромат, настолько уникально оригинальный, не похожий ни на что. Но очень приятный, и он для меня пахнет елкой, да? Вот елкой, сосной, когда выделяются вот эти масла из сосны, например, или я там, не знаю, из ели.
Он реально пахнет прогулкой в лесу для меня. Но при этом, вот у него есть такая интересная особенность, он переходит куда-то, вы знаете, в какое-то такое звучание чистого, вымытого тела. Вот в нем есть такое ощущение чистоты. Удивительно, да? Можно подумать на первый взгляд, когда мы смотрим на пирамиду, все специи заявлены, да? Я даже читала отзыв, что некоторые мужчины пишут, что он пахнет бедуинами и верблюдами. Вот на мне нет. На мне нет. Вообще-то на мне специи, кстати, отлично всегда звучат. Не могу сказать, что у меня проблемы со специевыми ароматами. Но это да, это прогулка в лесу. Мне сейчас как никогда хочется именно им пользоваться, да, и вот им я просто на ура пользуюсь. Мне очень нравится. Никакой на мне мужественности нет, очень приятный. Мне нравится, что он даже тише на мне, он тише и спокойнее, чем женская версия Эпика. Там больше драмы есть. Этот на мне спокойнее гораздо. Очень умиротворяющий. Вот меня просто. Я была сегодня в лесу и была вот именно в Эпике. Ходила, гуляла. Такой он реально для меня зимний, умиротворяющий аромат зеленых иголок, да? Лесных зеленых иголок. Может быть, хвоя, аромата хвои. Хотя не заявлено там хвоя вот в нем вообще совершенно. В Эпике не заявлено. Почему? Я не знаю, почему. Какие компоненты именно выдают звучание такого хвойного воздуха? Даже на морозе, мне кажется. Ах, люблю, очень люблю. И ощущение здесь вот этой какой-то медитативной чистоты, такой вымытости есть. Отлично. Смотрите, мои дорогие, что у меня еще есть. Та-дам. Живанши – это Life Irresistible, именно Eau de Toilette. Парфюм 2016 года, относится к группе цветочный фруктовый парфюмер. Здесь Доминик Рупьон, мною ранее упомянутый. Кажется, да? Может быть, это один из самых простых ароматов здесь представленных у меня, но как мне в нем хорошо, мои дорогие, как мне он нравится. Я, кстати, тоже могу вот его запойно носить. Уже много, много для моих пропорций, да, для моих условий, это много я использовала его. О чем он? Здесь ананас, мой любимый, содержится, красные ягоды. Вот очень много фруктов, таких спелых каких-то фруктов. Малинка есть, вот именно малина, ананас, ягоды, вишни, по-моему, нет. В базе, по-моему, как всегда, пачули, да, они часто присутствуют в люксовых ароматах. Амбервуд, вот вы знаете, может быть, база здесь у него такая несколько одномерная, да, в одном такая, может быть, монотонная слегка, но меня это не останавливает, насколько же он позитивно звучит. Он очень яркий такой, вот знаете, вот как будто сок из и ананаса, и малинки, как будто это какой-то фруктовый пунш на вас приятный. Очень такой жизнеутверждающий, как и роз берберанса, как и роз шери, очень позитивный, такой без задних мыслей аромат. В нем реально хочется смеяться, быть в хорошем настроении, даже вот именно розовый, может быть, даже какой-то платьице надеть. И вот что-то, не знаю, что-то настолько в нем есть какое-то также девическое, да, вот он такой вот по настроению, как роз шери, так и Life Irresistible, вот они очень такие девические ароматы. Нравится, очень мне нравится. И, кстати, на него многие люди реагируют, спрашивают, ой, что это за аромат, как приятненько, как вкусненько пахнет, да? Жалко, по-моему, его сейчас уже сняли. Давайте посмотрим, что у нас еще из этой, хотя не обязательно из этой категории, давайте вот что у меня еще такое есть жизнеутверждающее. Смотрите, это Амариш Живанши, это мой любимейший парфюм, наверное, с моего возраста, когда мне было лет 10. Обожаю его, просто также Доминик Рупьон здесь парфюмер. Такой у него есть открытый посыл. Здесь много желтых цветов, мимоза, иланг-иланг, тубероза. Огромная, да, пирамида, как я всегда говорю, но я его часто использую. Именно зимой он для меня создает настроение, таких, знаете, настроения именно зимних праздников. Елка, обязательно елка, да, вот я, помните, сказала вам в видео, которое я снимала о гиацинтах, что у меня как нет настроения для елок, да, сейчас вот у меня есть елка, наконец-то, да, я дошла до Нового года. У всех он будет заканчиваться, у меня только начинается. Вот именно настроение, ощущение или предвкушение праздника. Вот это Амариш. Это такое солнце в флаконе, когда нам не хватает солнечной энергии, обязательно к нему присмотритесь. И для меня он совершенно не звучит ретро, да, он яркий, насыщенный, иланг-иланг здесь отчетливо звучит в сочетании с мимозой и туберозой. Но я его люблю очень сильно.
Следующий парфюм. Давайте, вот, кстати, давайте с вами перейдем вот к этому парфюмчику. Смотрите, это Spiritus Double Vanille. Двойная ваниль. Герлен, также из вот этой бутиковой линейки Лары Ламатье. О чем этот аромат? Это, кстати, аромат был создан, по-моему, в 2005 году. Может быть, даже или слегка позже. Но он еще был создан Жан-Полем Герленом. То есть в этой бутиковой линейке здесь много разных парфюмеров, а это еще сам Жан-Поль Герлен его создал. И для меня здесь идеальнейший баланс мужественности и женственности. Это очень качественный аромат о ванили. Кому-то он кажется простым, кто-то любит только его. Но мне нравится, как здесь именно ладан звучит в сочетании с такими цветами, да, афродизиаками наравне с ванилью. То есть здесь помимо ванили самой, да, содержатся такие цветы, как жасмин, иланг-иланг, роза. То есть все такие парфюмы, которые настраивают нас на любовь, так скажем, да? Вот, и о чем он? Он, да, такой сладкий, иногда пахнет ромовой бабой, да, вот как наше пирожное, да, вот такой именно пропиткой, именно выпечкой, которая пропитана ромом. Иногда может у него такой шлейф быть, как будто Бейлис, да, вот что-то есть в нем такое алкогольное, то есть может быть такая алкогольная ваниль, я бы сказала вам так. Но в нем есть также ладан, и вот за счет этого, этой ноты ладана, он действует очень успокаивающе и очень сильно, так вы знаете, он, какое у него действие, он незаметно приводит в гармонию ваши мысли, ваши чувства. Как-то вот незаметно, когда вы его наносите, вы думаете, да, приятная такая алкогольная ванильность появляется. Вы думаете, ну, интересно, да? Потом вы о нем забываете, и часа через два, может быть, через час вы понимаете, а почему-то мне так комфортно. Вот этот аромат, он из этой категории. А почему мне так комфортно? Да вы знаете, вообще какие-то у меня были неприятные мысли или проблемы. Да, как-то уже не так все проблематично, уже как-то все нормально, можно все выполнить совершенно без проблем. Вот он пахнет, вы знаете, такой с мужским спокойствием и женской добротой или женской теплотой. Такой вот у него идеальный баланс, да, мужественности и женственности в нем. Приятно, очень люблю его. Сейчас именно даже вот в холодное время года в нем приятно. Давайте сразу посмотрим, что у нас еще Герлен здесь. Это Анжелик Нуар, Ангелика, да, черная Ангелика. Также из этой линейки. Давайте вот сюда его нанесем. Да, здесь Ангелика, груша и ваниль. Он более гурманский, да, вот если я вам сказала, что в Spiritus Double Vanille, в двойной ванили, там есть ощущение ромовой бабы и больше алкогольности, да, и ладана, то здесь все же больше есть ощущение, что вы заходите в кондитерскую и видите, может быть, такая красивая кондитерская, да, и вот вы видите десерты в витрине, да, и вам глаза разбегаются, вы думаете, что бы себе заказать. То есть здесь приятное очень сочетание терпкости вот этой ангелики, потому что ангелика и в верхних нотах заявлена, и в базе. Приятное сочетание терпкости ангелики, такой зеленой, может быть, горечи, которая уравновешивается, да, сладостью ванили, и все это посыпано, может быть, каким-то гурманским каким-то, я не знаю, может быть, порошком, который состоит из груши, да, вот какой-то вот ощущается здесь сок груши, для меня есть он. И парфюмер здесь, так, парфюмер у нас здесь из Прада, которая создала Ирис Инфузион Дерис. Прада, сейчас мне как-то ее имя не приходит в голову, Адриен Рош, по-моему, да, Адриен Рош, вот. Так, и что еще я хотела сказать, то есть вот, это же и, да, так как его создала женщина, я отчетливо ощущаю, что это женский аромат. Вот вы знаете, в нем есть такое даже слегка настроение, может быть, да, слегка мы чувствуем гурманский, но вы знаете, вот есть в нем ощущение такой именно женственности, может быть, даже, ну, такой флиртующей женственности, но уже с дальновидными планами, так скажем. Если вот это все такая поверхностная,
поверхностное кокетство, да, life resistible и расшири, то здесь все же уже такое целенаправленное, вот ощущается, да, силуэт женщины, ее глаза, повадки, манеры, которая знает свою силу, да, она знает свою силу, она знает, как соблазнить. То есть вот здесь слегка в нем чувствуется такой женский соблазн в Анжелик Нуар. Вот так. Именно сейчас он, кстати, хорошо мне нравится им пользоваться, его как-то слегка разгадывать. Был момент, когда для меня он казался слишком каким-то слишком сильным на контрасте, да, между Кальбану, между Ангеликой и Ванилью. А сейчас мне он приятен такой своей именно терпкостью, да, вот такой сладкой терпкостью. Так, что у нас будет следующее? Пусть будет следующее. Это Ex Nihilo, Honoré de Lights. Вот я недавно его сейчас с вами открывала. Естественно, да, я им пользуюсь. Парфюм, по-моему, 2020 года. И парфюмер здесь, или 19-го. Парфюмер здесь Наталья Грасия Чето, та же, которая создала парфюм Sweet Morphine из Ex Nihilo и Love Shot. И что мне здесь очень нравится? Также есть ощущение кондитерской. Может быть, ощущение слегка гурманского аромата. Ну, кстати, там заявлен даже какой-то сладко-гурманский, но для меня он в коем случае не могу сказать, что он сладкий, может быть, сладковатый. В нем это парфюм о апельсиновом цвете и ирисе, и много очень мускуса, наверное, по-моему, слегка сандал есть. Амбрета также есть. Вот амбрета, она мне нравится, такое создает неуловимое ощущение вальяжной, может быть, слегка, но при этом отстраненной такой ухоженности. Чудеснейший аромат, он мне так нравится, его современное звучание, нравится его, то есть вот, да, ирис в сочетании с апельсиновым цветом, то есть есть и яркость, и терпкость от апельсинового цвета, есть пудровость такая от ириса, и мне настолько нравится, что он, вот эти цветы, да, они присыпаны как будто такой сахарной, слегка пудрой, может быть, от какого-то десерта. Все это так невзначай, все намеком, обожаю его. Вот в нем какой-то, вы знаете, он такой очень уравновешивающий, да, гармонизирующий, в нем хочется очень почему-то заняться психологией, не знаю, самоанализом, психологией, очень спокойный, такой вот парфюм в бежевых тонах, который прекрасно вот подходит именно на каждый день. Так, что у нас будет следующее? Угу. Смотрите, что у меня еще притаилось. Вот. Икла Дарпеш, мне кажется, этот аромат знают просто все. Вот меня на него потянуло, буквально недавно он у меня появился. Он был у меня, когда он появился, по-моему, 2002 года, аромат относится к группе цветочные фруктовые. Он у меня был, несколько раз был. Вот захотелось мне опять его. Причем, когда раньше он у меня был, он мне почему-то как-то не всегда приживался. Мне иногда казалось, он слишком простеньким, да, тогда я любила вот Калеш Деликат и какие-то такие посерьезнее или более зеленые ароматы. А этот аромат, сейчас я вам скажу, такая, вы знаете, вот когда хочется вам легкости, нежности, женственности, здесь лист чая заявлен, османтус, сирень есть. Ой, ну такой легчайший, приятный аромат, нет здесь такой фруктовости, да, вот пачули, естественно, здесь нет, как в Life Resistible, хотя он тоже заявлен как фруктовый, да, цветочно-фруктовый, но здесь они более яркие, такие, вы знаете, какой-то фрукты из пунша, да, а здесь все же настолько все полутонами, как-то все, ну, может быть, да, слегка есть у него звучание, я бы сказала, такое вот, может быть, люксовых ароматов, может быть, таких ароматов и фраше, да, ну, настолько это все просто, настолько это все как-то ненавязчиво, легко, да, в нем вот легко дышать, он такой какой-то незатейливый, ну, приятный аромат, он мне, кстати, в нем вот тянется к нему рука, сегодня утром его наносила, кстати, вот так. Кстати, я еще забыла, что у меня есть из Герлен, смотрите, из Герлен, естественно, это у меня сейчас, видите, такой период, я люблю сейчас пользоваться ароматами Герлен, это Cuir Beluga, у меня вот такая версия, это, по-моему, тестер. Да. Cuir Beluga. Создал его в 2005 году Оливье Польш. Относится к группе кожаных ароматов. Очень популярный аромат Cuir Beluga. Белужья кожа. Обожаю его. Он настолько ностальгический, да? Я думаю, давайте я, наверное, его сейчас на себя нанесу. Попали мне пары белужьей кожи. Вдохнула их. Так, хорошо, все. Что здесь, кстати, заявлен мандарин,
бессмертник и нота белой кожи. А на фрагрантике заявлена замша. Не знаю, кожа ли здесь белая или замша, но в верхних нотах обязательно есть альдегиды, мандарин, альдегиды мандарин, бессмертник в средних нотах заявлен. И замша, по-моему, ваниль в базовых нотах. О чем он для меня? Он очень ностальгический, он такой очень на полутонах аромат, да. Вот если бы меня спросили, а какой он больше для меня, кожаный, да, или замшевый, мне больше он кажется замшевым, потому что замшевым ароматом, потому что в нем есть терпкость. Кстати, даже пачули здесь заявлены. И иногда, не могу сказать, что он только кожаный для меня аромат, иногда мне кажется, что это такой своеобразный шипр. Знаете, такой своеобразный шипр. Он очень мне напоминает об уюте, напоминает, какой слегка в нем есть настроение ретровости, может быть, слегка чувствуется в нем повернутость куда-то в прошлое, да, такое ретроспектива. Он не, иногда мне представляется, при вдыхании этого аромата, мне представляются такие кинопленка или черно-белые фотографии, и все это, вы знаете, как-то проходит перед вашими глазами, все, что было в прошлом, да, вот все проходит, как будто вы это все вспоминаете. Он такой очень ощущение бежевого цвета вызывает. Бежевый, такой ухоженный, очень добрый. Ощущение, может быть, такой вот перчатки есть, да, из лайковой такой нежнейшей кожи, тоненькой. Очень красиво он звучит, необычно. И, кстати, летом я им пользовалась, и мне было в нем комфортно. Вот Анжелик Нуар почему-то летом мне как-то не очень, да? Может быть, слишком такая она гурманская ваниль. Или вот есть ощущение гурманского чего-то, да? А здесь он все-таки такой на полутонах, очень приятный в использовании Cuir Beluga. Как будто такая ретроспектива. Очень многим вообще, вы знаете, у кого я спрашиваю, очень многим он напоминает ароматы. Или вообще при вдыхании этого аромата многие вспоминают своих бабушек, дедушек, может быть, каких-то родителей или вот какие-то давние времена. Так что, видите, он такой людей уносит в прошлое. Но он элегантно выдержанный аромат в каких-то бежевых оттенках. А почему пачули? Вы знаете, у него бывает иногда какой-то такой момент, когда он начинает вот именно шиприть, да, вот он начинает такой характер отдавать не именно кожаных ароматов, а шипровых, когда он немножечко организует вас, да, организует мысли и ваши действия. Пусть у нас будет следующим аромат, это Lancôme PM, Жак Кавалье, кстати, парфюмер, да, которым является сейчас штатным парфюмером в Louis Vuitton. Обожаю этот аромат. Вы знаете, может быть, раньше его не часто использовала, а вот сейчас именно он у меня появился в этом году, вот мне он оказался необходим своей такой яркой желтоцветочностью, насыщенной цветочностью, солнечностью. Обожаю его. Мне кажется, все знают поэму. Терпкость черемухи, да, соцветия черемухи здесь ощущаю. Много ванили, да, сладости. Вот в Германии его просто обожают и его очень часто покупают. Так, что у нас будет следующий? Смотрите, следующий аромат это Or du Serail, золото Сираля, парфюмер Бертран де Шуфур, парфюм 2000, по-моему, он 14 года. Ох, это мед, табак, манго заявлено в верхних нотах, то есть и фруктовый. Он относится к группе, по-моему, восточные, фужерные, то есть он и фруктовый, много, да, вот фруктов. Самое главное, я выделяю для себя манго. Очень такое современное звучание, неизбитое. В то же время есть древесность, да, вот дуб. Ощущается здесь иногда, знаете, такая древесность, как бывает в парфюме Серж Лютанс, да, в базе Серж Лютанса. И мед, и пчелиный воск, вот такие пчелиные соты. И табак. Ну, он пахнет, вы знаете, вальяжностью, да, золото Сираля действительно, может быть, представляется какой-то турецкий гарем. Что-то такое восточное, расслабленное, но в то же время с каким-то твистом, таким европейским, вот с европейского стиля.
какой-то новизной, да, не просто стандартный аромат вальяжности, а что-то в нем действительно есть необычное, он очень, могу даже назвать, что это какой-то медово-кожаный, медово-табачный аромат. Классно здесь звучит мед, да, в сочетании вот с верхней нотой, эти с манго, классно, да, манго, мед, приятно очень. Он, вы знаете, кстати, совсем вот аромат, даже кто любит Traversé du Bosphore, Артизан парфюмер, тот же, кстати, тоже на тему вот, всю турецкую, да, около турецкую. Мне кажется, это должен также понравиться, потому что он такой очень яркий, позитивный, заявляющий о себе. Очень жизнеутверждающий также. Так, что у нас еще есть? Смотрите, это Mugler Oriental Express. Также парфюмер Olivier Polch. Где он у меня? Вот он, Olivier Polch. Так же, как и Cuir Beluga. В Cuir Beluga парфюмер Olivier Polch. Oriental Express, Восточный Экспресс. Помните, я снимала видео пару лет назад. Поехали, да, парфюмы, которые мне напоминают с духом, парфюмы с духом путешествия. Здесь также семена моркови, ваниль, и, мне кажется, здесь должен быть корень ириса. И, хотя там многие говорят, что вот семена моркови, они дают такое ощущение ирисовости. Вы знаете, он такой припыленный, терпкий, действительно есть ощущение чего-то кожаного, может быть, купе поезда, этих кожаных или таких вот мягких сидений, именно коричневого цвета, есть ощущение движения и сияния, или свечения, да, свечения фонарей. Может быть, какое-то, знаете, вот в нем есть такое настроение, может быть, слегка, да, шалимаристое, но он полегче звучит, да, чем шалимар. Но все равно это для меня восточный аромат. Восточный и очень, знаете, такой неизбитый аромат, очень уютный. В нем мне очень удобно засыпать, но он вот такое ощущение создает, вот это свечение фонарей, и настроение у него начало 20 века, может быть, 20-е годы, да, 20 века. Почему-то, вот если вы знаете все фильмы, да, где Эркюль Пуаро, которые сняли по романам Агаты Кристи, эти детектив, да, расследующий. Вот вся вот эта стилистика почему-то, как женщины там одеты, как они причесаны, вот эти взгляды, разговоры. В нем есть вот эта стилистика именно тех годов, именно начала 20 века. Так, что у нас будет следующее? Следующее, смотрите, раз он уже здесь у нас стоит, это Chambre Noire Olfactive Studio, парфюмер Dorothée Pio. Я, кстати, этим парфюмом заинтересовалась, так как парфюмер здесь Dorothée Pio, а она была парфюмером, одной из парфюмеров женского мемуара, да, который я просто обожаю, очень его люблю. И поэтому я заинтересовалась, какие у нее еще есть ароматы, и так вот я набрела на него. Потом у меня, кстати, был пробничек, он относится к группе кожных ароматов. Да, действительно, здесь заявлено и кожа, и слива. Вы знаете, такая кожаная, сливовая какая-то кожа. И ладан есть, и папирус, и фиалка. О чем он? Вы знаете, в нем какой-то он такой очень таинственный аромат. Вот мне кажется, Dorothée Pio, она создает такие таинственные ароматы. Мне в нем нравится очень, знаете, какое сочетание вот этой дымности от ладана, ощущение стиля от кожи, и при этом вот это есть ощущение, или присутствует слива, я ее ощущаю, что здесь есть слива. Вот может быть даже такое ощущение, как будто на кожу раздавили, да, вот как будто слива лежит на коже, ее слегка раздавили. Так же, как вот в парфюме Терезы, да, там также есть и кожа, и слива. Мне нравится именно по стилю, как это звучит. Такая кожа, сливовая кожа, я бы так сказала. Мне в нем комфортно, уютно. Могла бы стойкость у него быть побольше на мне, но, в принципе, нормально, не буду жаловаться. Теперь перейдем к шоколадкам. Смотрите, это Guerlain Gourmand Cocon. Это горький, классный шоколад. Парфюмер здесь Кристин Нажель. Горький, сладкий шоколад. И присутствует такой дымок, именно когда, может быть, от чая какой-то дымок. Вот, понимаете, здесь то есть, сочетается и чай, и шоколад. Интересно очень. Просто, вы знаете, когда я им пользуюсь, хочется так вот закрыть глаза и почувствовать
просто отдых. Вот он настолько классно. Один из самых лучших гурманских ароматов, которые мне встречались. Герлен Гурман Кокон. Кстати, сейчас его сняли. То есть у кого будет возможность и любят сладкие, да, сладкие, гурманские именно такие ароматы горького шоколада, присмотритесь к нему обязательно. Так, еще у нас горький шоколад. Но это Сорризо Профумом Рома. У меня уже есть он в большом флаконе. Просто сейчас со мной, с собой у меня вот этот Сорризо в маленьком. Что я вам о нем хочу сказать? Здесь также горький шоколад, но в сочетании с апельсиновыми цукатами, да, как будто горький шоколад с апельсином. Вот реально он так и звучит, да? То есть, если в Гурман Кокон больше есть ощущение гофрированной бумаги от шоколадных конфет, когда мы открываем коробку, вот эта гофрированная бумага сочетается с ароматом самого горького шоколада. И плюс такая дымность появляется, как будто как чайная церемония, вот терпкость именно от чая чувствуется, да? То есть здесь в Сорризо есть именно горький шоколад с апельсином. Но он так позитивно звучит, он настолько, не знаю, он мне вот, он, например, может также помогает жить. То есть он более, если, например, сравнить с Гурман Кокон, он, конечно, потопорнее выполнен. В Гурман Кокон он более легкий, у него переливы, на полутонах он иногда звучит. Не могу сказать, что супер какое здесь богатое раскрытие, но он все-таки поинтеллигентнее, да, звучит, как вот многие парфюмы Герлен. То Сорризо, да, в нем это итальянец, да, который нам рассказывает о горьком шоколаде. Ярчайший, такой поднимающий настроение. Ну, и он, кстати, мне никогда на меня не давит. Вот, кстати, они сладкие, эти ароматы, но нет, у меня нет ощущения, что какой-то он может меня придавить. Ну что, мои дорогие, остается у нас меньше и меньше парфюмов. Смотрите, что у нас здесь выглядывает. Это Bombay Bling, Нейла Вермер, также Бертран Ле Шуфур. Видите, я сейчас очень неохотно использую парфюмы Бертрана Ле Шуфура. Парфюм, который мне сейчас именно нравится зимой использовать, о манго, да, такое ощущение Bombay Bling, он должен передать нам настроение города Бомбей, да, Индия, должна нам сразу перед вами, перед глазами, когда мы его на себя распыляем, мы сразу попадаем с вами в Индию. Но для меня это просто вот такое звучание и тропических фруктов, манго, да, такой сочный, сочный как бы сок из манго я ощущаю в нем. И при этом я очень отчетливо чувствую цветочность. И франжипани здесь заявлено, и тропические цветы. И какое-то, вы знаете, в нем такое есть тонкое звучание. То есть из парфюмов фруктовых, каких я показывала, как я вам сегодня показывала с фруктами, он очень тонко звучит. И не могу сказать, что он надоедливый. То есть он очень приятный, такой с кислинкой, да, вот фрукты и тропические цветы, но при этом с кислинкой звучат. Может быть, вот по тропическому настроению, какое он создает, он меня даже слегка относит к Champaca Absolute Tom Ford. Такие вот и цветочность тропическая, и такое какое-то вот настроение отпускное. Вот в нем есть это настроение. Мне очень нравится сейчас на контрасте, да, с такой серой, темной погодой, именно им пользоваться, как какой-то эликсир солнышка в нем содержится. Так, смотрите, кстати, вот еще парфюм. Это Givenchy Dali Noir. Парфюмер. Здесь кто у нас парфюмер? Напомните, который парфюмер сейчас ушел из Dior. Так, вы знаете, для меня это было также открытием, он у меня только недавно появился. Ну, какой же это классный аромат. Он относится к группе шипровых. Здесь и роза есть, пачули также заявлено. И мимоза, кстати, в верхних нотах. Вот мне нравится такое классное сочетание. Он и пудровый, и в то же время очень такой сдержанно элегантный, когда вот роза, пачулистая роза, у них часто такое сдержанное элегантное звучание. Стильное, при этом он такой слегка отстраненный. Мне нравится очень, да? Может быть, слегка иногда бывает нуарное, но не, для меня не меланхоличное. Знаете, он очень соблазнительно звучит. И вот эти ноты пудровости, мимоза, я такой, ну, мимоза, она создает всегда позитивное, оптимистичное настроение в сочетании с пачулистой розочкой, ну, просто удивительно. Мне он очень нравится. Ну, что повторяться, в нем слегка есть, может быть, такое, вот для меня в нем есть звучание, может быть, даже помадности слегка, такой женской кожи какой-то, телесности. Для меня он очень соблазнительный аромат. Вот бывает такой, иногда кажется, вот да-да, вот этот аромат, это афродизиак, и там вот, ну, я как-то вдыхаю, вот для меня, но на меня никак не действует. А вот это Дали Нуар, и потом какой-то еще аромат Херес, да, Хермес,
Эрмес, мне кажется, они на первый взгляд, да, такие спокойные, но они так соблазнительно звучат. Поэтому присмотритесь к нему. Так, я думаю, многие его знают. Я думаю, они долго были в продаже. Сейчас, по-моему, их сняли. Так, теперь у нас с вами, смотрите, тадам, также Жак Кавалье, Жан-Поль Готье, классик. Это просто эликсир для меня хорошего настроения. Вот видите, у меня есть такая подгруппка сейчас ароматов именно 90-х, да, люкс 90-х годов. Вот классик, Амарежи, Поэма, да, такой тяжелый люкс 90-х годов. Не знаю, мои дорогие, мне так в нем комфортно. Это также опять огромная пирамида, как и в Амариж. Но здесь цветок апельсина в верхних нотах, они вот доминируют, то есть такое соцветие апельсина. К нему добавляется звучание ланг-иланга, тубероза очень сильная здесь. Вот в нем есть такая ванильная какая-то терпкость, очень приятная. Даже вот эта ванильная терпкость, у меня иногда в этом аромате какое-то идет перекликание с ванильностью или со сладостью из сейчас скажу вам, какой аромат, из Луи Вьютон. Какой была? Контрмуа, по-моему. У меня есть. Мне, кстати, также очень нравится. Что-то у них есть какие-то перекликания для меня. И здесь мне очень нравится какой-то даже слегка, может, какая-то терпкость одуванчика даже присутствует. Ну, очень, очень, кстати, комплиментарен. Он поднимает мне настроение. Нравится. Так скажу, вам нравится. Так, что у нас еще есть? Смотрите, это крем де кюир, БДК Парфамс. Это единственный аромат из этой марки, который у меня есть. Что я вам могу о нем сказать? Это замша, да, парфюм, по-моему, заявлен как кожаный. Violet Cola, здесь парфюмер. Создан, по-моему, в 2018 году. Зачем он меня привлек? Вот это, вы знаете, сочетанием ананаса и розовый перец, черный перец, замша заявлена, сандал. Он очень стильно звучит, ну очень стильно. По сочетанию ананаса и розового перца, он мне напоминает, кстати, в верхних нотах Шанель Шанс в классической версии Eau de Parfum. Он настолько стильное, какое-то нетривиальное звучание. Многим он напоминает Bulgari Black, который был в шайбочке. Я, к сожалению, с тем ароматом не была хорошо знакома. Поэтому, кто знает их и сравнивал, напишите мне, нравится вам или считаете ли вы их похожими или нет. Такая бежевая классная замша. В нем есть какая-то и мужественность, и женственность. Все это тоже на полутонах, такое не, вот он не так напрямую на вас действует, не оглушает вас. В повседневности очень хорошо звучит, очень мне нравится. А, мои дорогие, кто еще очень хорошо знаком с этой маркой, посоветуйте мне, какие ваши любимые ароматы из БДК Parfums. Будет мне интересно, вот, действительно, которые вам нравятся. Так, что мы здесь у нас все закончили? Так, здесь у меня, смотрите, также Hypnotic Poison, да, гипнотический яд. Недавно у меня появился. Помните, была распаковка у меня. Никогда у меня его не было. Вот свершилась мечта идиота, да? Накупить всего-всего другого о том, о чем ты мечтаешь, купить в самый конец, в самом конце. Ну, бывает такое. Парфюм миндальный, да, для меня миндально-кокосовый. Анфлипо парфюмер здесь. Или Аник Минардо. Иногда бывает, я их путаю. По-моему, Аник Минардо здесь. Аник Минардо, извиняюсь. Аник Минардо, да, которую создала Лолиту Лемпико. Классический аромат. Классический, да, Лолиту Лемпико. Яблочко сиреневое. Он какой-то такой, вы знаете, у него такое немножечко звучание, да, гурманское, немножечко зазывающее к себе. Мне кажется, вот в нем есть доля соблазнительности. Кстати, как и вот в крем де кюир. Для меня они тоже как-то на мой нос соблазнительно звучат. Нравится мне здесь его звучание, такой миндальности, ненавязчивой. Мне в нем легко. Не поддушивает меня. И кокос. Кстати, с кокосом у меня очень сложные отношения, но здесь кокос, кстати, также мне приятен. Его, по-моему, с каким парфюмом сравнивать? С Датор Нуар, Серж Лютанс. Тот для меня он более цветочный аромат, да, здесь мне нравится вот эта гурманская его составляющая, приятная. Так, давайте вот посмотреть еще, это Ансанс Митик Герлен, парфюм 2019 года, парфюмер Тьерри Вассер, то есть не Дельфин Йелк. Ой, он очень необычный аромат, многим он, я не была не знакома с тем ароматом Ансанс Митик Дориан,
Помните, у него было такое более длинное название. Многие говорят, что похож, кто-то говорят, что не похож. Не буду утверждать, потому что с тем не знакома. Здесь альдегиды, роза и ладан. И серая амбра. У него звучание такой чистоты, свежести, потом такой ладанного дыма, но при этом свежести розы. У него такое, вы знаете, очень переливающееся на мне звучание. Не могу сказать, что я читала, что у кого холодная кожа, какой-то он одномерный. Нет, у меня тоже холодная кожа, на мне он не одномерный, очень стойкий. Вот ощущение чистоты он создает, чистоты и дает силу. Вот если я, помните, снимала видео парфюм с сильной энергетикой, вот в нем я его туда включила в то видео, потому что действительно у него очень сильная энергетика. Мне он очень приятен, вы знаете, он как-то прочищает очень хорошо наши мозги с вами, наши мысли, наподобие Диорелла, кстати, Диор, та также вот оказывает такое действие прочищающее, освобождающее и в нем. И при этом он очень, кстати, так звучит, я бы сказала, даже сексуально звучит он. Вот так. Так, раз мы заговорили о сексуальности, давайте вот к этому перейдем. Парфюм это Insolence. Герлен, это Eau de Parfum у меня, вот смотрите. Кстати, я к нему раньше не подходила. Он у меня появился, ну, не так давно, то есть, может быть, пару лет назад. Вот сейчас... Как он мне хорошо зашел, мои дорогие. Мне так в нем нравится. Он такой позитивный, такой поднимающий настроение. Не могу сказать, что он какой-то обычный аромат или вульгарный. Тут фиалка, ирис, красные ягоды и мускус, наверное, скорее всего. Или пудровые ноты, по-моему, пудровые ноты, да. Так. А к чему, знаете, почему я к нему пришла сейчас? Потому что у меня вот такой сейчас период. Мне нравятся фиалки, парфюм с ноты фиалки. Также, помните, летом моя любовь была помадные ароматы. Целое видео я сняла, то есть вот, кому интересно, можете посмотреть мои изыскания помадных ароматов, помадности. Я не знаю, он просто пахнет женственностью. Он настолько пахнет женственностью, такой яркой женственностью, ухоженной, такой осознавшей себя женщиной. В нем просто неимоверно хочется... Не знаю, в нем хочется... Он, кстати, тоже очень такой о флирте аромат. О флирте и вот уже такой более действительно с сексуальностью, да, с таким уже каким-то продолжением, так скажем, да, уже переходящим в какую-то больше такую в близость, действительно, может быть, даже в интимную близость. Вот, то есть Анжелик Нуар и Insolence, непристойность, да, Герлен, в них есть ощущение продолжения, да, флирта, назовем это так. Так, и что у меня еще остается? Остается у меня... Вот, давайте, это Mon Numero 10. Номер 10, да? Это артизан парфюмер, также парфюмер Бертран де Шуфур. Неожиданное мое приобретение, которое, ну, мне очень понравилось. Относится он к группе «Восточных». Какая-то там была запутанная история, как он выпускался сначала в 2008 году, потом в 2011 стал доступен для всех, потом он был только в бутиках, потом он стал уже везде доступен, короче, много всего. Мне очень нравится, он такой уютный, заявлен как восточный, он пахнет слегка кока-колой для меня. Ладан чувствую, кока-колу и животные нотки, по-моему, даман заявлен здесь, анималистичность такая классная. Вообще ощущаю его, как будто в лесу я нахожусь, может быть, на даче, где-то вот именно такой деревянный дом. И именно зима представляется. Такой скрип, может быть, камина, скрип огня, да, в камине. Может быть, даже слегка глинтвейн есть. Слегка одеколонность присутствует. Мне кажется... Очень хорошая работа Бертрана де Шуфура. Мне очень в нем комфорт, мне нравится его какой-то такой современный твист, такая неизбитость. Что-то есть в нем очень оригинальное. Конечно, там пирамид, как всегда, у Бертрана де Шуфура просто огромная. Вообще, кстати, Бертран де Шуфур очень интересный, да, парфюмер? У него такие очень необычные создания, необычные есть композиции. Скажите мне, кстати, вот знаете ли вы этот аромат? И какие вам еще нравятся из этой серии? С каким номером ваши любимые? И вообще, что вам нравится из Artisan Parfumeur? Какие ваши любимые ароматы? И у Бертрана де Шуфура мне тоже будет интересно. Напишите, какие вы любите парфюмы
Бертрана де Шуфура. И следующий аромат – это Анж у Демон, ангел или демон, Le Secret Elixir. Мои дорогие, я помню, когда какой-то был 2011 год или 2012, я затестила этот аромат, вот всю линейку, да, помните, когда их было очень много в Литуале, когда они стояли. И вы знаете, ну, когда я тестила, думаю, ну, да, и когда я вышла из магазина, я поняла, что какой-то аромат меня просто так зацепил, я только не знаю, какой это был, да, вот Le Secret Elixir или обычный Anj Demon Le Secret. Но вот во всяком случае сейчас у меня Secret Elixir, потому что мне иногда хочется найти аромат, который пахнет виноградом, да, как говорят, он часто пахнет виноградом Изабелла, по отзывам. Мне он очень нравится, этот парфюм, знаете чем? В нем есть такое тропическое звучание, потому что есть франжипани. В верхних нотах заявлен, по-моему, и лимон, и чай. И в базовых нотах есть пачули. То есть там вообще шипровый аромат. Но вот такое интересное сочетание. То есть и чайность есть такая цитрусовая. Чай, может быть, с лимоном. Даже иногда какой-то он становится как жасминовый чай. То есть очень главную роль здесь играет жасмин в этом аромате. Жасмин, такая тропическость от франжипани появляется. Не знаю, что здесь дает действительно звучание винограда, но оно здесь есть. А по звучанию жасмина он мне очень напоминает парфюм Том Форд Жасмин Руж, да? Вот я не знаю, с чем они похожи, но они реально похожи. Вот именно никто никогда не говорит, что здесь, да, жасмин главную роль играет. А для меня они очень похожи. Вот вы знаете, такой немножечко какой-то таким звучанием, немножечко зазывающим, да? Зазывающим и такой реально вкусной чайностью и тропическим звучанием. Кстати, вот его отмечают и делают комплименты также, да? Вот, пожалуйста, вам люксовые ароматы. Они, кстати, очень любимы многими, всегда ценимы, наверное, да? Многими оценены, многие его хотят, да, вот себе купить, когда спросят, что это такое, и говорят, ой, я такой себе тоже хочу. Так, и последний аромат из этого видео, вот я пытаюсь сейчас посмотреть, чтобы я ничего не упустила, да, последний аромат, это Шалимар, лимитка этого года, миллезима тонко, да, миллезима тонко. Классный, он пахнет гораздо мягче, чем классический Шалимар, который я, кстати, очень люблю, он должен быть у меня просто всегда, да, тот аромат. Но тот, он просто, вот когда надо что-то сложное выполнить, я всегда пользуюсь Шалимаром, он просто организует и помогает не смотреть ни на какие трудности, а идти всегда вперед. Он помогает реально, вот вам создает такое настроение, Шалимар классический, что вы можете просто сразу выполнить все дела, вот так, да, на раз, и все у вас получится. А этот... Это такая милашка, да, это пряничек, он пахнет реально пряничком. Здесь больше миндальности, и миндаль заявлены, такие вишневые нотки ощущаю здесь, может быть, ликерности даже. Ой, мои дорогие, я уже вся в этих ароматах. Так. Он такой уютный. Вот такая реально здесь очень комфортная база на каждый день. Здесь нет никаких горелых покрышек, которым некоторым она слышится в Шалимаре классическом. Здесь очень приятная такая припудренность бобов тонко, такой миндальный аспект бобов тонко, да, они часто дают такое миндальное звучание. Сам миндаль здесь чувствую. Ну, очень приятный аромат, мои дорогие, и пахнет таким рождественским пряником. Вот сейчас он мне очень нравится, этот аромат, им приятно очень пользоваться, к нему очень часто тянется рука. Ну вот, мои дорогие, пишите ваши ароматы, вот хотя бы пятерку или 10 ароматов, которые вы вот сейчас тянете, у вас к ним рука, и все. Мне будет интересно. А на сегодня все. Всего вам самого хорошего и до скорых встреч!